С 7 по 9 мая в Чебоксарах ограничат движение и стоянку автомобилей. Если коротко, в центр города в День Победы на личном транспорте лучше не заезжать. 7 мая с 13 до 17 часов и 9 мая с 9:30 до 16:00 запрещен проезд на половине проезжей части дороги в направлении движения парадной колонны по улице Богдана Хмельницкого, 30-й автодороге, Президентскому бульвару, по всей ширине проезжей части от улицы Композиторов Воробьевых, Красной площади, улицы Сергия Радонежского, Казанской набережной, площади Речников. При этом движение троллейбусов будет разрешено по мере возможности. С 8 часов 7 мая до 23:30 9 запрещена стоянка в районе монумента матери-покровительницы. 9 мая с 11 утра до 16:00 будет закрыто движение по проспекту Ленина, по улице Карла Маркса, Ленинградской, Композиторов Воробьевых, Ярославской, Президентскому бульвару, Красной площади. Из-за салюта закроют центр и 9 мая с 21:30 до 22:30. Исключение будет сделано для общественного транспорта. Подробнее можно посмотреть на сайте горадминистрации.